Собаки всю ночь не спят. Чуют, что хозяева едут. У меня руки трясутся. Нет, я в обморок упаду. Ты мне еще этот Юпихонов предложение сделал. Я уже не знаю, человек он смирный, да только как начнет говорить, так ничего не поймешь. Ладно, и хорошо говорит, и чувствительно, да только ничего не понятно. Я уже не знаю, мне он как будто бы и нравится, и он меня любит безумно, да человек он несчастливый. Ну каждый день с ним что-нибудь приключается. У нас же все его дразнят здесь. Не верите? Смотрите. Эй, ты! 22 несчастья! Я уже не знаю как. Он меня любит, так любит. Я уже не знаю как. Не дай бог он застрелится. Господи, едут, едут. Да что же это со мной? Я похолодела, я в обморок пойду. У меня руки трясутся, уехали. Уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз. А теперь что? Что теперь делать? Что теперь? Что теперь? Ой, заждались мы. Господи. Мы вас так всех заждались. Яша! Яша! Яша, это вы! Вы меня не узнаете? Ну, конечно, вы когда отсюда уезжали, я ж была вот эдакой. Я Федора Казаедова, дочь, вы, конечно, меня не помните. Конечно, такое счастье побывать за границей, а меня еще девочкой взяли, господам. Вот, руки белые-белые, как у барышни. Я отвыкла от простой жизни, стала нежная, деликатная. Всего боюсь, господи, Яша, как страшно! Если вы обманете меня, я не знаю, что будет с моими нервами. Я страстно полюбила вас. Вы образованный, вы деликатный, вы можете обо всем рассуждать. Господи, боже мой. Блюдечко разбила. Вивля Франц, а? А? На шампанское это не устал. А, где? Вот он, как и... Вот-вот-вот. Как видите, судьба относится ко мне без сожаления. Как пуля к небольшому кораблю. А если, допустим, я ошибаюсь? Зачем же сегодня утром? Я просыпаюсь, вы мне рассказать. Гляжу, а у меня на груди огромный величины паук. Вот так. Или вот тоже квак возьмешь, чтобы это, а там что-нибудь пиши себе не лечение. Что-то вроде таракана. Бутырь на мандолине. Для безумца, который влюблен. Гитара, это и есть мандолин. Запомните, вы дали мне слово. Вы дали мне слово.